О, итак, игра за кента. Кенты в архив. Да? Только лучше его называть Кент. Никто не любит же, когда по фамилиям называют человека. Опять лайфстиллер, гоблин кечес. Но мне гоблин кечес не страшен. Также придется опять покупать гем. И первым скиллом я прокачаю стан. Ты еще не видел меня в бою? Ну, это у нас танк идет. Не какой-то... Здравствуй. Не мегагосу фармер. Просто в игре худ. Потом бот этот фрезы. И Тараску. Ну и Блейдмейл. В принципе, весь закуп. Выглядит как... Ну, слово кентавр, наверное, всем известно. Человек с лошадью. Видно, мама его была человеком, а батя лошадью. Вот так-то. Или может наоборот. Только я девочек лошадей не видел. Не представляю, что у них там находится. В руках у него секира. Причем двухручная. Так что, если обычно в играх, если тип с двуручным оружием, значит это на силу. Ну, это я сужу по Обливионам и Моровиндам, тоже РПГ. Вот. Двуручное оружие это на силу. Значит так. Сам герой жирный. Ульт у него ХП дает. Стрэндж. И также и атаку. Плюсовую. На голове что-то какое-то сюртука. По-моему, это конь-араб. Кентавр-араб. Тугарин змей. Похож, между прочим. Кто смотрел мультик? И что у нас? Кто против нас играет? Так, вот три первых. Ой, да по пику мы пока. Путь, да, мы по пику выиграем. Но если кунка такой, как я, то, извините, можно проиграть. Они проиграют. А, понятно, я понял, понял. Минер, мины. Ну что ты? Черт. Интересный минер. Мины поставил очень четко, как-то близко. Ну, молодец, магичка, она тоже отомстила. Но размен был говно. Ох, думаю, третий левел! Гем здесь все равно нужен. Ибо два инвиза, ну, точнее, мины. А если минер еще и нормальный, он соберет аганим, будет все минировать. Так, магичка, ох! Но он ее убьет, как она идет-то? Ох, мало... Ой, хорош. Я тоже зол. Ой, как я зол. Ой, как я зол. Ты только подойди ко мне. Так, 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 так. И удар. Мобить, добить мобов. Вот так. Ходим по траектории, где как мобы идут, так и они. Так и мы ходим. Ой, ударяет. Блин, ну мне нужен второй левел. Второй левел и... А лучше... Черт. Вообще плохо все. Ну он возмужал. Ну это... Ничего ему не даст. Только даст плюс морали. А, чуть-чуть. Ой, да. Но зная вашу фишку, ждет, чтобы меня кацануть. Ну, или моба давить. Попал по мне. Пу! Спасибо, что моба оставил. Я прокачаю не стан, а букву Д, чтобы бу...
в него такой ДПС вошел, чтобы он узнал на всю жизнь. Видели? Вот так. А минер мстит. Минер мститель. Так, так, только не хилку, пожалуйста. Ой, ой, кенту соло отдали. Я, пожалуй, отойду. Но он волной все равно по мне. Так и хочет, так и хочет. Да ударяй ты уже, не стесняйся. Так-так. У него 500 хп, 500 хп. Жирно. О, получил камень в лоб. Ау. Мины, там мины. Ну там же мины. Ну вот он нас ведет специально, я не пойду туда. Будет гем, пойду. Ибо гем. Ха. Окей. Прокачаю Д. Ого! Оу! Умру отсюда! Блядь! Ёп! Чёрт! Какой у тебя план? Кунку качать, это ой как небрежно. Всё убито. Минотавр! Сейчас я приду, отомщу. Уже с ботинком только. Именно этому кунку. Один убит. Бля, ой, как меня бесит. Все, сейчас. Next item, гем. Next item, гем. Ага, и у меня еще и ТП откат. Счет у меня не очень. Но я потом подровняю. Даже в плюсе буду. Фармит пятый, шестой. Феникс седьмой. Какунка. Ага, минер перекочевал на мид. Это хорошо. Ну, а кунка все парит. Окей. Катапульта, дай-ка ей два выстрела, и я... Нет, один нужно было. Ах. Не скиллом же добивать. И... Ну ты герой Советского Союза. Непризнанный. Все, хп. 1100 хп. Ни одного итема на хп нет. А? Меня хочет. Меня хочет, да? О! Не боится. Рука, лицо ему покажем. Но нам нужно убить. О, Феникс.
Все. Спокойно. Я заслужил, чтобы его убить. Потому что он меня убил 3 раза за счет мин. А я его, блин, я же сказал на гем. Ладно, фрезы соберу. И потом гем будет. Потому что минер меня пока не интересует. Не мешай мне думать. Мне мины не угрожают в данном случае. Так, 1-4-2. Конка 1-1. Продаем весь этот хлам. Давай. Сколько хп? 8-й левел. 700 хп. Опять минер. Нужно что-то с этим делать. Ой, ну это копия, черт. F же нажимал. Давай. Спокойно, убит. Ну я тоже заслужил убить этого кента. Не так ли? Я не догоню его. Не догоню. Пошел вон. Оу! Ну, это фит, да? Блин. Черт. А кто на миде был? Я видел минер, Кунка ТПшнулся и Пуч. Еще кто-то был на миде. Как протянул ты еще. Ну, по кенту очень трудно не попасть. Он же толстый. Это вам не ЦМ-ка или не Слар. Этот все свои плюшки раздает. Плюшнов! Так. Оцениваем обстановку. На миде мины, потому что минер, когда я пробегал мимо, он минировал. Вот, он специально приманивает. Ну, пацан, видно, ракью. И что? Ну, я рад, что он поставил и бочку, и попал кораблем. Ой, давай мне хилочки. То, что мне нужно. Мальчик, вы случайно не больны торрентом? Ой, минер. Рукоблуд. И кенту обязательно нужен блинк. Блинк. Но сейчас главное не блинк, а гем. А я продаю щит. Потому что минер просто достанет нас. Поверить в себя будет говорить на Тиму. Вот вы все ублюдки, я тащу. Не хватает золота. За минера там будет. За минера. Не хватает золота. Эх. Кто там толстяк? На город наших союзников. Ну и что толстяк? То, что он убит, это да. Бейликан. Так. Форс и став, чтобы, наверное, быстренько форсить себя и суицидить.
Может быть так. Ну, минер, дворочина. Так. Погибни. Погибни, погибни. Привыкай, минерчик. Подумай, а, он... Понятно, он типов форсит и убивает их. О-хо-хо! Оу, убил. Ну, я куплю Plain Склад. Сларк идет наверх. Так, ну я ему помогу. Отлично. Так, 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 может, за гули еще пойдем, что ли? А у тебя МП есть? У тебя МП нет. Ха, этот не сдается. Бля, сейчас фул ХП же будет. Ну. Давай, давай, давай. Извиняюсь. За стил формин. Так, толстяк. Бум! Дабл килл!